Завершился чемпионат России по дзюдо в Кемерово, и у нас сегодня пятый заключительный день прошел. И вот Евгений Александрович Станев, расскажите, как выступили ребята? Ну, команда сегодня заняла 3-е место. Мы уже повторяем этот результат, потому что не так давно у нас было 3-е место. К сожалению, уступили в схватке за выход в финал команде «Урала». Шли, выигрывая на последних там двух схватках, мы уступили, к сожалению. «Урал» сравнял счет, и по жребию выпала схватка там, где Регина у нас немножко не смогла справиться, видимо, с эмоциями. Такой достаточно очень серьезный груз ответственности на нее выпал. Так, к сожалению, уступили. Но в схватке за 3-е место мы уверенно победили. 100% все команды, представленные в финальной части, они достойны и могут бороться за медали. С большой долей уверенности скажу вам, что я думаю, мы отборолись, ну, не хуже бы. Может быть, другой бы, конечно, был счет, но я думаю, что победили бы все-таки. Потому что у команды «Юга» не было там девочек, по-моему, в двух весах, то есть это уже преимущество. Вот. Ну и так у нас команда, конечно, все равно очень высокого уровня. И, конечно, не без ошибок, но, в принципе, да, можно сказать, что ребят молодцы. Те, кто проиграли, не стоит там отчаиваться, и нельзя, конечно, их винить в этом, что они там проиграли. Вот. Нужно работать, нужно убирать эти ошибки, чтобы на будущем чемпионате победить всех и безоговорочно. Ну, а вообще в целом, Нойс, так как бы итог подвести, довольны выступлением нашей команды? Нет. Недовольны. Ну, я, честно, настраивался и настраивал ребят, чтобы, конечно, хотелось бы уже золото. Вот. И больше скажу, что наша команда, которая сейчас вот представлена, она достойна золота. Ну, в принципе, было видно, что команда «Урала» сильная команда, и мы с ней на равных. А там в выпаде какая-либо другая схватка, и непонятно, кто бы вышел в финал. Поэтому, ну, мы будем готовиться, чтобы не надеяться на удачу, а закончить результат уже досрочно, победить.